Всем привет! Чтобы сделать осьминога из сосиски, нам понадобится сосиска, острый нож и майонез. Берем сосиску и, оставив 2 см с одного края, разрезаем ее пополам. Поворачиваем на угол 90 градусов и разрезаем еще раз пополам. Получается 4 щупальца. Разрезаем каждое щупальце еще пополам. В итоге должно получиться 8 щупалец. Кидаем осьминога в кипящую воду. И щупальца моментально начинают закручиваться. Варим несколько минут. Затем при помощи майонеза нарисуем глаза, нос, рот и шапочку. Положим на листья салата. И получается забавный и веселый осьминог. Из палки колбасы можно сделать вот такого здоровенного осьминога. Таких осьминогов намного приятнее кушать, чем обычные сосиски или колбасу. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Желаю вам приятного аппетита!